Весенний забег объединил любителей спорта разного возраста. Здесь и дети, и взрослые. Соревнования уже стали в Химках традиционными и проходят в 8-й раз. Это такое прекрасное мероприятие, легкоатлетический кросс, или как его еще называют, первый весенний забег. Он у нас проходит традиционно в рамках спартакиады среди работников предприятий, организаций, учреждений городского округа Химки. Погода прекрасная, настроение у всех тоже спортивное и очень здорово. Соревнования провели на базе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная». Маршрут прошел по живописным тропам и лыжным трассам Химкинского лесопарка, а также в местах, где проходил оборонительный рубеж времен Великой Отечественной войны. Такой маршрут оказался непростым, но интересным для многих участников забега. Сегодня, наверное, самый сложный вид программы, по крайней мере для меня. Сегодня такие 7,5 километров интересные, сложные, с множеством ручьев, оврагов, канав, болот. Поэтому нужно было приложить много усилий, чтобы преодолеть дистанцию. Я вчера бегал, и сегодня было гораздо сложнее, поэтому на последних силах бежал. Слава богу, все нормально. Живы-здоровы, без травм и финишировал. Каждый сезон для соревнований готовят уникальные тематические медали. В прошлом году был самолет Ла-7, а в этот раз на заветной награде – колесо обозрения. После окончания забега победителей торжественно наградили дипломами, медалями и памятными подарками. Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.